Вот смотрите, какая красота. И мы здесь будем жить. Надеюсь, что у нас будет все-таки возможность покупаться. Потому что вот за эти 3 дня, к сожалению, так у нас и не было времени искупаться даже. Друзья, добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся в Греции, материковая, Кавала поселок, если не ошибаюсь, здесь рядом. Мы будем инспектировать отель Boma Tasca Club. Сейчас у нас здесь будет обед, потом мы уедем с него и будем жить, потом вернемся в него. Поэтому я вам все сниму подробно про этот отель. Сейчас посмотрим, что дают на обед. Это главный ресторан. Как я говорил, у нас здесь сейчас будет обед. Давайте я вам покажу, что здесь есть. Мороженое на десерт. Фрукты. Ну, я думаю, вы все сами видите. Там готовят пиццу сразу же. Шашлык. Есть суп, отличный суп-пюре. Угу. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы с вами находимся в Греции, в регионе Кавала. Мы находимся в отеле Tasca Beach. Это отели, которые относятся к линейке Boma. Это отели Музанидиса, поэтому если вы будете лететь с оператором Музанидис, то вопросы в этих отелях будут гораздо быстрее решаться, чем в других отелях, потому что эти отели принадлежат им фактически. Я сейчас вам покажу данные отели, что здесь есть. Уже сумерки. Солнце село, здесь отличный пляж. По возможности я вам его схожу, покажу. Песчаный, мы ходили купаться. Наконец-то мы покупались. Вода сейчас в мае, 9 мая, 20 градусов приблизительно. Она комфортная для купания. Здесь, значит, бунгало. Двух-трехэтажные. Вот мы на 3-м этаже находимся. Видите, какие они. Ребята, вот смотрите, это здесь номера находятся. Ездят машинки, вас довезут до вашего номера. Здесь эти перепады высот не так чувствуются, как в других отелях, когда серпантин. Здесь все очень культурно. Подъехали, высадили вас, чемоданчики занесли, и вы в номере. Вот он пляж с высоты птичьего полета. Он песчаный, вход пологий. Детям здесь будет комфортно. Камушков здесь практически нету никаких. Чтобы к пляжу спуститься, нужно по ступенечкам спускаться. Главное, смотрите на указатели, где будет указано, что это пляж. Иначе вы просто можете упереться в какую-нибудь виллу, дом. И придется назад возвращаться. Что мы и сделали. Ошиблись поворотом и не туда пошли. Детская площадка. Здесь есть деревья. Они создают тень. Закрывают детей от прямого солнечного света. Территория отеля зеленая, здесь очень много деревьев, вот виноград, сосны, птички поют.
смотрите, какой песок. Небольшие камушки. Ну, практически нету. Ход хороший. Вокруг скалы. Мне отель нравится. Я бы сюда поехал отдыхать. Сейчас мы идем с вами в главный ресторан. Сегодня я вам снимал обед данного отеля. Мы обедали в нем. Сейчас у нас будет ужин. Посмотрим, что здесь на ужин дают. Тут можно посидеть на улице в тени. Опять мы в главном ресторане. Сейчас у нас ужин. Давайте посмотрим, чем нас будут кормить на ужин. Суп. Угу, суп-крем. Еще один суп. Пицца. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Друзья, доброе утро. Меня зовут Лосинок Евгений. Я директор сети Викинг Туристик. Сейчас мы находимся с вами в Греции. Осматриваем отель Тоска Бич. Мы его осматривали вчера. У нас здесь был обед, ужин. Вечером я вам кое-что здесь показал. Сейчас у нас будет осмотр отеля, будет осмотр номеров. И мы посмотрим, что здесь дают на завтрак. Ребят, для кого этот отель? Этот отель подойдет как для спокойного семейного отдыха, так и для молодежи. Рядом находится поселок Ковала. Отель расположен уединенно, ну, вы видели, в лесу, на холме, на горах здесь. У него отличный пляж песчаный. Это очень большой плюс. И здесь тихо и спокойно. Если вы хотите доехать до Ковала, вы или берете такси, или на общественном транспорте, я думаю, наверняка здесь ходят автобусы, или, может быть, даже с отеля какие-то трансферы идут. И там уже вся инфраструктура, кафе, рестораны, бары, дискотеки и так далее. Здесь у нас две кровати, большой номер, чайный уголок есть, есть холодильник. Видите, даже есть что-то в холодильнике, скорее всего, это платно все. Надо уточнять. Обычно, если платно, то есть где-то цены. Не вижу, возможно, даже и бесплатно. Плазменный телевизор. Кондиционер здесь у нас индивидуальный. Здесь у нас ванна и душ. Плиточка чистенькая. Шторка. Ну, здесь даже стоит бойлер. Вот он фен. Большие балконы. Ресторан, завтрак. Thank you.
белое вино, пиво, напитки, все вы сами наливаете. Здесь же чай, кофе. Мюсли. Такие красивые кексы. Что это у них тут? Здесь же вам жарят блинчики, яичницу. Друзья, мы проинспектировали отель. Значит, что здесь по фишкам? Мини-бар есть, он бесплатно каждый день обновляется. Там два пива, сок, вода. Концепция отеля на all-inclusive идет. На данный момент он на 7 ночей с вылетом из Минска стоит 900 евро. Значит, пляжное полотенце, 10 евро депозит. Wi-Fi бесплатно, сейф бесплатно. Что тут еще такого? Есть утюг, но утюг нужно просить. Бары... рестораны, все бесплатно, потому что концепция all-inclusive. Зонты на пляже бесплатно. Бассейна сейчас здесь нет, он строится. В следующем году планируют в 2019 уже обновить номера. Анимация есть, живая музыка. Вечера, греческие вечера проходят. Есть вегетарианское меню, детское меню. Детская площадка есть. Друзья, этот отель... как я говорил, возможно, можно и молодежи сюда, можно и с семьями. Единственный момент, что здесь все-таки есть перепады высот, и нужно подниматься, опускаться по ступенькам в номера, поэтому имейте это в виду. Если вам был полезен данный материал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лысенок Евгений.